сорвать его фиброз без привязывания, без ладушки невозможно. И перчатки одеваю, потому что настолько сильно тяну, что руки режет. Она сделана мягкотой. А сколько мы петель порвали, просто рвались нитки, помнишь? Пятый, четвертый. Класс пошел. Чего того не было вообще в жизни, блин. Сколько раз делали. Другой пошел клинком. Все, дальше шагнули. Я тебе что говорил. Озон плюс успокоительный. Офигеть, дальше шагнули первый раз сейчас. Вот сколько. Мы должны дойти до поясницы. Да, поясница с Пашкой дошло там. Вот у меня вот смотри, насколько у меня расслаблена спина. У меня вчера ко мне ходит массажист, положил на стол без привязывания ног. Он раз пять сделал тракцию, дернул шею, и мне нигде не хрустнуло. Ну, в шее чуть-чуть, но у меня L5 с крыса, там, где самый последний диск, он самый тонкий, высмокнул вас и перестал беспокоить. То есть, настолько расслаблены мне мышцы, потому что я антидепрессанты пью уже с 18 года. Знаешь, мышцы вот эти глубокие, ты их не массажем, ничем ты их не расслабишь. Озон мы туда не уколем, потому что невозможно на такую глубину и в нее попасть. Понимаешь, там можно проткнуть легкие, понимаешь, быстрее попадем вот в воздушное эмболия. И получается, их нельзя расслабить. И вот когда длительно принимаешь антидепрессанты, они расслабляются, и тогда вот эта вот вытяжка идет. У тебя с каждым разом будет все дальше, дальше, аж до крыса. Вот я прочувствовал, вот, у меня просто тут ныло, понял? Вот, он легко дернул, пух, все отпустил. Безопасно, потому что у меня все мышцы расслаблены. Ну, сейчас мы шагнули дальше там. Ну и плюс я же плазму постоянно с какой-то спазм. Вот я раньше вот так вот делал, вот, я помню, молодой был, и хрустело постоянно. Да. 15 лет, сейчас мне 49 скоро, и не хрустит. Вот, вот где у меня хрустит. Ты не делаешь ротацию. О, один появился. Ну, вот здесь. Ты не докручиваешь просто. Так, вот. У меня хрустело. А знаешь, как попробовать? Вот так вот возьми. Вот сейчас возьму так. И вот так.